В Магадане сотрудник МЧС спас детеныша нерпы от гибели. 9 июня Виталий Прокопьев проезжал вдоль берега Охотского моря и увидел маленькое животное, которое барахталось на суше. Там оно оказалось во время отлива и не могло добраться до воды. Виталий убедился, что травм детеныш нерпы не получил, завернул животное в одеяло и отпустил в воду.